Ребят, всем привет. Я вот уже неделю нахожусь в городе Нагоя. Хотел вам показать отель, в котором я живу. Будет небольшое видео про отель. Очень он необычный, интересный, при том, что очень много отелей я уже, в принципе, видел в Японии, во многих жил, но этот меня прям поразил, поэтому не могу не поделиться с вами. Пойдемте покажу. Мы уже практически рядышком, это вход в станцию метро и еще кое-что, что я вам покажу сейчас чуть позже. Вот, собственно, вход. Чем примечателен? Лобби отеля находится не на первом этаже, как мы привыкли, а на восьмом. На восьмом этаже, хотя давайте, наверное, вот видите, здесь в лифте всего три кнопки. Первый этаж, восьмой и B1. Давайте, наверное, на B1 сначала поедем. Я покажу вам, что находится внизу. А потом уже поедем, покажу сам номер, лобби. Вот, собственно, мы выходим. И это, ребята, это станция метро. И это достаточно большой супермаркет. Вот, в ту сторону. В принципе, здесь в любую сторону метро. После того, как мы пройдем торговый центр, там также будет линия метро. Здесь вообще город Нагоя, он чем очень примечателен, что практически все улицы дублируются под землей. То есть, если вдруг не погода, вы спокойно можете спуститься под землю, а в случае с этим отелем, даже не выходя на улицу вообще, сразу с номера вы можете спуститься под землю и добраться в любую точку города и выйти там, где вам надо. Ну, я не буду проходить весь торговый центр, потому что это вот две параллельные улицы, прямые, и они очень длинные, то есть, ну, порядка метров, наверное, 300-400, и здесь есть все, то есть, от одежды, отделение банка, а также, ну, куча-куча всяких магазинчиков, продуктовых, косметики. И очень много ресторанов. Прям очень много ресторанов. То есть здесь прям реально можно целый день провести. То есть спуститься с отеля. И очень много выходов на поверхность. Вот выход один из них. Причем на каждую сторону улицы. Вам не обязательно потом будет по верху переходить. Вы можете сразу выйти на ту сторону, на которую вам надо. Также здесь куча туалетов, что для нас, для России, это прям боль. В любом городе практически проблема сходить в туалет. Здесь их огромное количество, все чистые, ухоженные. То есть вот это торговый центр. Пойдемте в отель. Сейчас покажу свой номер. Хоть в Японии уже больше полумесяца назад отменили масочный режим, но вы видите, да, сколько человек сняло маски. Практически ноль. Все ходят в масках. Ну, я теперь со спокойной душой хожу без маски. Если раньше я забывал одеть маску, то прям все косились, так смотрели осуждающе, то теперь как бы все, никто не косится, никто не осуждает. Все равно попадаются японцы, которые уже сняли маску, но основное количество все равно также продолжает ходить в масках. Так, все, нам наверх.
какая-то информация об отеле. Лифт уже уехал, кто-то вызвал. Это здание получается с 1 по 8 офисное, поэтому это вот лифты, два лифта, это в офисную часть здания. Нам туда не надо, нам надо попасть в отель. Вот мы попали в лобби. Проходим дальше. Это вот кафе небольшое. Здесь завтраки проходят. Здесь ансен, бани. Это вот мужское отделение, потом женское. Посерединке там было прачечная. Вот находится там прачечная, автомат со снеками, с напитками. Можно постираться за 500 йен. Стоит стиральная машина, она же и сушильная. И очень удобно, я очень люблю, когда есть такое. Достаешь сухое уже белье, горячее, постиранное. Очень классно. Это вот меню завтрака. Так, баню расписано, часы работы. Ну вот мы приехали на 16 этаж. Вот такой вот вид с коридорчика. Пойдемте в номер. Тут все стандартно. Длинные темные коридоры. Как во многих гостиницах. Так же, как везде, открывается ключ картой. И также включается свет. Но не в этом вся изюминка этого номера. Самое интересное здесь. Я, честно говоря, ни разу еще не был в таком номере. Вот видите, умывальник, вот кровать и тут же умывальник. То есть очень интересная планировка. Не сказать, что он прям тесный. Для одного, ну даже для двух человек, мне кажется, в принципе, достаточно нормально будет. Вот вешалки, тут телевизор. Все как обычно, очиститель воздуха, сейф, холодильник, ну, планшет тут с информацией об отеле. Такой вид с окна. Как обычно, многофункциональная кровать с управлением светом, с зарядкой. Универсальная зарядка под все виды телефонов и планшетов. И очень интересное решение по санузлу, по душу. То есть смотрите, так, сейчас давайте включим свет. Вот это у нас душ. Здесь просто душ, здесь ванной нету. То есть вот моетесь и выходите сразу, получается, в спальню. А здесь я поначалу думал, что шкаф, но потом понял, что унитаза-то не видать. Значит, здесь все-таки, наверное, унитаз. Собственно, так и оказалось. Здесь у нас туалет полностью все автоматически, сам открывает крышку перед вами, после сам закрывает. Ну, тут все как обычно, функция биде, массажа, подогрева и так далее, все как мы привыкли в Японии. Вот такой вот интересный номер. Ни разу в такой планировке я не был, хотя я побывал в очень многих отелях. Ну вот, собственно, и все. Всем пока!